Всем привет! Как и обещал, сегодня новое видео по вещам Второй мировой. Сейчас будем рассказывать. Вот одна из самых интересных находок. Советский противогаз вот такой вот. В бычной яме нашел. Вот он вот такой вот. Ну, БНТ-4 противогаз. Вот он. Видите, какой еще сохранился с тех времен. Пролежав столько лет в земле. Тут, конечно, вот с этой стороны вот видно значительнее похуже он сохранился. На этой чуть лучше. Тут внутри еще номерок есть вот такой вот. Номер, наверное, противогаза. Не разбираюсь. Вот тут сохранились вот эти вот вещички. Такая вот резина. Интересная вот такая вот находочка. Тут вот трубки от противогаза. Вот такая вот внутри сохранилась вещичка. Видите, резиновая. А главное, вот здесь вот видно, что сохранился даже цвет. Светло-зеленый вот такой вот, видите. Вот он. Вот тут еще блестит там, где краска снята. Ну, вот сама трубка. Такая вот. Тут рядом вот другая такая же лежит. Ну, это, конечно, получше чуть будет вот это вот. Здесь вот такой вот бачок от противогаза. Вот такой вот. Видите? Скорее всего, что-то рядом сдетонировал, вот он, поэтому в таком вот виде. Вот такой вот крупнокалиберный патрончик. Видите? Окислился. Такой вот зеленоватый уже стал. Еще вот такой вот взрыватель был найден от мины. Но он уже безопасен, потому что просто внутри вот ничего нет. Он взорвался вот насквозь просто. Поэтому он просто пустой. Тут это вот откручивается еще. Тут не знаю, что за материал вот такой вот, видите, но не железо это точно. Может сплав какой-то легкий, ну... Такой вот, вот сам взрыватель вот такой вот. Опасности не предоставляет. Вот это вот тоже от противогаза, вот здесь вот трубка цеплялась. Вот. Вот здесь вот видно. Ну, это такая же, только из цветного металла. Еще вот такая вот. Дно вот такой вот бутылочки. Конечно, жалко, что полностью бутылка не сохранилась. Да и хотя бы дно полностью сохранилось, а то непонятно, что это. Но тут вот видно обозначение от каких-то буквы. О, тут шло дальше Ольф. Скорее всего, немецкое. Такая вот. Тут вот был найден копия Люверс от немецкой плащ-палатки Цельбана. Вот он, скорее всего, плащ-палатка окоп накрывала. Вот он и был найден. Ну, а здесь вот такие вот, такая вот фурнитура от амуниции вермахта. Тут даже вот видно, что вот, видите, цвет даже сохранился. Но сзади вот такая вот. И вот это вот такая вот. Ну, и еще вот такая вот крышка от ящика с патронами. Тут видите обозначение
3ПБВ. Еще какие-то цифры. 35 на конце. Тут не определю. Тут цифры, но тут без обоим. Ну, это, значит, патроны просто без обоим находились в ящике. Просто вот патроны были. В обойму надо было их уже вставлять самостоятельно. Вот такие вот находочки у нас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будет еще очень много вот таких вот интересных тем и вещей по Второй мировой, где я буду рассказывать, где, что, какие вот вещи, что это. Будут, конечно, еще неопознанные. Будем определять, что это. Ну, вот так вот.